В Москве открылся фестиваль «Мастера музыки». В его рамках стартовал проект по развитию творческих навыков и повышению квалификации педагогов из регионов. Он так и называется «Мастер и ученик». В течение недели преподаватели и их лучшие воспитанники из разных городов России будут совершенствовать навыки на занятиях, лекциях и семинарах, а в финале продемонстрируют свои таланты на гала-концерте. Проект реализуют при поддержке фонда президентских грантов. Три фестивальные сессии проекта «Мастер и ученик» дают возможность пройти курсы повышения квалификации преподавателям и ученикам из музыкальных школ и колледжей России от Архангельска до Омска. Благодаря проекту «Мастер и ученик» свыше 2000 педагогов и учащихся знакомятся с новыми знаниями и методикой от ведущих специалистов музыкальной педагогики. В проект заложена идея распространения инновационных знаний из научных центров Москвы в регион. Педагоги, региональные лидеры, прошедшие курсы повышения квалификации в Москве, передают полученный опыт, знания и новые методики ученикам и коллегам своих городов. Фестиваль «Мастера музыки» – это уникальная возможность учащихся и преподавателей с региональных образовательных учреждений получить бесценный опыт общения с профессорами Московской консерватории. Приезд в Москву, получение мастер-классов требует больших затрат, которые не всегда есть у ребят с обычных музыкальных школ, с обычных колледжей, которые находятся далеко от столицы нашей Родины. И вот эта возможность при помощи президентских грантов получить такую возможность для этих учащихся и преподавателей, она просто уникальна. Неделя осенней сессии интенсива «Мастер и ученик 2021» также включила в себя насыщенную культурную программу, посещение Третьяковской галереи, концерты в лучших залах столицы, экскурсии по Москве. Творческие встречи, авторские семинары и практикумы по йоге, психологии, педагогике и другим обучающим методикам. Учащиеся также получили возможность выступить на одной сцене и в ансамбле со своими наставниками-мастерами на заключительном гала-концерте. Очень люблю фестиваль «Мастера музыки» за возможность общения с выдающимися музыкантами, за вдохновение, которое они дают, за мастерство, которое они с нами делятся, за их интересные фишки. Для меня играть на фестивале «Мастера музыки» — это большая честь, потому что он дает мне развиваться. Я очень благодарна, что создают такие фестивали, на которых дети по-настоящему могут чему-то научиться, развиться и больше выступать. Встреча наша не случайна. Дело в том, что студенты и преподаватели музыкального колледжа приняли участие в международном фестивале «Мастера музыки». Это серьезный отбор. Подавали заявки, отправляли огромные портфолио, нас пригласили. Это совершенно уникальный фестиваль. Уникален он тем, что в рамках фестиваля проходили и семинары, и конференции, и практикумы, и мастер-классы, столь полезные для наших учеников, начинающих. Очень интересный опыт, очень полезный для меня, в принципе, и в профессиональном, и в плане... и в плане общения с другими людьми, с другими скрипачами, моими ровесниками, это неоценимо, я считаю, вообще. Обмен опытом? Обмен опытом невероятный.